Здравствуйте, дорогие ребята! Узнали меня? Это я, старичок, лесовичок, хозяин леса. И пришел я к вам сегодня, чтобы предложить прочитать книги о лесе и лесных обитателях. Это Александр Тамбиев, лесные жители. Это Николай Сладков, лесные сказки. Юрий Дмитриев, лесные загадки. Очень интересная книга. Иван Соколов-Микитов, русский лес. И еще замечательная книга «Сказки из леса» разных авторов. Читайте, ребята, это очень полезное и увлекательное чтение. До свидания, до новых встреч!